Из чего состоит мужчина? Муж и чин. Муж – это воин, защитник семьи, нашего общества и нашего государства. А в последующем чин – это работник, добытчик. Так вот, каждый мужчина должен защищать свою семью, наше общество и наше государство. А потом уже думать и заботиться о добыче для своей семьи.